сейчас у нас Гривермен, то есть Артём, и сегодня я буду вам показывать про такую интересную игру, как Mountain Blade, история героя, а точнее про её читы и как их активировать. Давайте уже начнём с активации читов. Ну что ж, поехали. Итак, для активации этих самых чит-кодов мы нажимаем просто на игру и нажимаем правка настройка. И игра. Нажимаем и просто как бы нажимаем включить чит-коды. И все, и нажимаем ОК. Все, ваши читы активированы, давайте уже перейдем в саму игру, и я покажу вам сами те чит-коды в игре. Итак, мы зашли в игру, давайте уже загрузим игру, и зайдем прям в саму игру, да, все, заходим. Грузится вот такой вот у меня, как бы, типа клан, не клан, в общем, типа отряд, вот. Итак, давайте перейдем к первому чит-коду. А вот первый чит-код, это, мне кажется, самый нужный вообще чит во всей этой игре. Это чит на телепортацию. В общем, мы просто как бы нажимаем на... Мы нажимаем на Ctrl левый и на враг, и на левую кнопку мыши. Нажимаем, так тыкаем, и мы просто перемещаемся. Тыкаем, перемещаемся. Это можно прям переместить, например, вот отсюда, да? Сюда вот, скажем, вот, переместились, так очень все легко, и просто это самый, прям, наиполезнейший мод в этой игре, мне кажется. Вот. Так, очень прикольный вот мод. Не мод, а как бы чит-код, так можно даже сказать. В общем, такой вот у нас чит-код, довольно-таки полезный. Видите, просто так вот мы перемещаемся очень быстро, даже надо там ничего как бы не ждать, ничего делать. Все быстро, легко и просто, и эффективно. Ну что ж, давайте перейдем к следующему чит-коду. Итак, для следующего чит-кода нам понадобится зайти в окно персонаж. То есть, да, нажимаем, тут мы появляемся, да? Вот, еще как бы с помощью как бы этого чит-кода мы можем прибавлять опыт. То есть, мы опять же зажимаем левый Ctrl и просто X нажимаем, так вот, и как видите, у нас что-то появляется, как бы 1000 опыта появляется, как видите, можем что-нибудь, например, увеличить силу, там, например, ловкость, можем как бы очень быстро развиваться, и вот так очень можно все, в общем, увеличивать, в общем, будет офигенно. Вот, давайте уже перейдем к следующему читу, это очень как бы прикольный чит сейчас у нас был, в общем, давайте перейдем к следующему. Итак, для следующего чит-кода нам понадобится зайти в... Как бы на рынок и, например, купить, например, оружие, да? Это как бы чит-код нам позволяет прибавлять деньги. В общем, мы как бы нажимаем левый Ctrl и X, опять же так нажимаем, и так еще, как видите, у нас тут уже так появляются деньги, довольно-таки много, и мы так появляются. Вот, так вот, в общем, появляется. Вот так вот у нас сегодня были читы, они очень полезны, можно как бы что-нибудь уже купить себе, например, давайте купим вот эту булаву, и, например, вот этот меч. Ага, у нас одноручно, все офигительно, даже места нет, давайте что-нибудь еще продадим, например, давайте продадим вот эту фигню, не нужна, купим меч. Вот такой вот у нас очень был сегодня читы, вот, это как бы только еще первая часть у меня, вот, где-то там примерно будет около 2 или 3 частей пройти чит-коды. Ну и, в общем, как бы все на сегодня. С вами был Крипермен, то есть Артём. И подписываемся на видео, ставим лайки, комментируем. Всем удачи, всем пока.